Сегодня в рамках рабочей поездки премьер-министр Кыргызской республики Темир Сариев посетил ряд крупных бизнес-объектов Чуйской области. Премьер встретился с рабочими одного из заводов крупнопанельного домостроения в Бишкеке, где сотрудники рассказали о планах работы по реализации строительных материалов. И в течение 50 лет строим мы крупнопанельные дома. Сейчас перешли на улучшенную планировку 105 серии. Недавно мы сдали 2 дома для ГКНБ микрорайона Кокжар, 3 дома МВД микрорайона Кокжар. И 2 дома строим сейчас, заканчиваем для управления президента и Жогорку Кенеш. Сейчас надеемся получить и заказ на ипотечное жилье. В основном у нас квадратный метр жилья соответствует социальному жилью, которое сейчас необходимо для нашей страны. Далее премьер ознакомился с работой одного из передовых предприятий сыроколбасного изделия. А мясо ежедневно сколько перерабатывает? Мясо. Мясо где-то 5-6 тонн. 5-6 тонн уже в этом, в убойном весе? Или в живом весе? В готовом виде, да? Это где-то на 2 надо умножить, да? Это 10 тонн, да, ежедневно? 50% примерно, да. Просто вот тут я поставил сам, вот то, что было до реконструкции оборудования, да, это вот после реконструкции. Мы сейчас зайдем в цех, посмотрим. А куда идет продукция? Продукция куда идет? Где в реализуете? Только в Кыргызстан? Да, ну, вы знаете, с Алматы люди приезжают, деньги платят, как увозят, не знаю, честно говорю, понимаете. А вот ценовая политика с Казахстаном, вы можете конкурировать? Вы знаете, раньше, допустим, ценовая политика была большая, но сейчас курс тенге рушится по-страшному, понимаете? Ну, в принципе, я думаю, если дальше курс тенге будет падать, у нас все сравняется. Понимаете, раньше мы могли ценовой политикой дать. Но все равно, тем не менее, мы все-таки стараемся работать на качество. А бойня есть своя? Есть бойня, но она такая вот. Не аккредитивная, ну как там еще. Нет, есть, да. Вот но она соответствует определенным стандартам. Да, надо аккредитацию пройти вам тогда. Там, где у нас комплекс, там есть. А вот лаборатории у вас? Лабораторию мы хотим ставить свою, если... До сих пор не ставили, ну, вот да? У нас уже помещение есть, оборудование закуплено уже практически. Понимаете, оборудование закуплено, лаборатория будет своя. Это наш просто план. А сейчас вы где сертифицируете? Через ветеринар. Через ветеринарную лабораторию, да? По словам сотрудников компании «Риха», после включения в реестр экспортеров Таможенного союза планируется мощное увеличение объемов выпуска всей продукции. Значит, на сегодняшний день мы выпускаем более 150 наименований колбасных и деликатесных изделий. Реализация у нас проходит практически по всем регионам нашей страны. Мы, значит, внедряем на своем предприятии систему ХАСП, или же система менеджмента безопасности пищевой продукции. Это международный стандарт. Прошли уже первую аудиторскую проверку. Приезжали специалисты с международной аудиторской компанией SGS. Сделали, значит, поставили нам высокую оценку, что мы по всем параметрам подходим к требованиям международным. Основной костяк рабочего персонала у нас, вы видели, это работники бывшего Фрунзенского мясокомбината, уже опытные специалисты. Молодых специалистов как таковых сейчас нигде не обучают. Это раньше были училища профессионально-технические. Сейчас, в настоящий момент, мы принимаем сюда необученных специалистов и наравне ставим наряду с опытными специалистами и, значит, на месте уже приобретаем навыки.